Ой, я думаю, многие, кто нас сейчас смотрит, точно знают, что такое быть жертвой, потому что сами себя так чувствуют. Быть жертвой – это терпеть. Быть жертвой – это когда тебе плохо, не говорить об этом, или не говорить об этом сразу, а терпеть, а потом вдруг выплеснуть. Быть жертвой – это делать то, что ты не хочешь. Быть жертвой – это говорить «да», когда ты хочешь сказать «нет». А знаешь, есть такие люди, которые не могут никому отказать. Тоже жертва. Быть жертвой – жить жизнью, которая тебе не нравится. Жить с теми людьми, которых ты не любишь. Работать на работе, которая тебе не нравится. Получать деньги, которые тебя не устраивают. Но это я сейчас, если начну, мы так к концу программы и закончим. Ну, как говорится, у кого чего болит. Есть жертвы, которые страдают в отношениях. Их очень много, и их очень много у женщин, таких жертв. Наверное, больше, чем у мужчин. Никто так не скажет, мне нужен мужчина, который меня бьет, не дай бог. Я приведу простой пример. Ко мне в консультацию пришла женщина, у нее был третий брак, и у нее был перелом основания черепа. Представляешь, что это такое? Такая прелесть, да. Это третий муж. Первый муж сломал ей руку уже на свадьбе. Родственники сказали: слушай, зачем нам сейчас менты, у нас свадьба, давай это самое, ну напились все, ну не обращай внимания. Все трое, кстати, были алкоголиками. Она 3 раза выходила замуж за одних и тех же агрессивных алкоголиков. Почему? На уровне сознательном. Она этого не хотела. Она вообще не знала, что они алкоголики. Она не знала, что они агрессивные. Но подсознание, то есть вот это детское внутри нас, сыграло злую шутку. Называется «Здравствуй, папа». Она безошибочно выбирала похожего на папу мужика. А папа у нее был пьющий и агрессивный. Бил ее и маму. Попытки объяснить, что они алкоголики, бесполезны. Человек головой этого не понимает. Но внутренне, подсознательно тянется к агрессии. Более того, как она рассуждает? Она говорит: Михаил, вы не подумайте, что я вот жила, потому что он такой зверь. Я с ним жила, вы знаете, когда он трезвый? Он такой чех хороший. Он тебе и гвоздь прибьет, и с ребенком погулять пойдет, и уроки проверит. А какой он внимательный, когда он не пьет, цветами просто заваливает. Но у меня есть тупой вопрос. Ну выйди на улицу, там люди, которые 24 часа в сутки трезвые. Нет, потому что головой она об этом думает, а подсознание хочет агрессия. Потому что у нее, к сожалению, любовь очень жестко ассоциируется с насилием. Потому что папа, которого она обожала, там, не знаю, до 10-летнего возраста, пока не поняла, что он полный урод, он ее бил, и бил маму, и она с этим выросла. Для нее это родное. При этом я подчеркиваю, чтобы меня тоже правильно зрители поняли, и чтобы ты меня правильно поняла, никто этого не декларирует. Никто так впрямую этого не хочет. Как сказала Фаина Георгиевна Раневская в фильме «Подкидыш», девочка, ты что, тебе оторвали голову или на даче? Говорит, на даче. Муля, она хочет на даче. Все хотят на дачу, никто не хочет, чтобы отрывали голову. Но подсознательно хотят. Вот это самая большая проблема. Более того, тебе скажу, люди вызывают у себя эти страдания. Например, ты встречалась с парнем, он над тобой просто измывался. И наконец-то с ним рассталась. Не ты с ним расстал, еще бросил в конце. Ты рыдаешь. Хотя, когда ты приходишь к психологу, выясняется, что ничего хорошего тебе даже нельзя вспомнить. А знаешь, почему ты рыдаешь? Ты в нем размещала свою обиду, которая глодала тебя изнутри. Обида, она была в нем. Это он виновник того, что тебе плохо. Он над тобой издевался, а теперь его нету. И некому над тобой издеваться. И у тебя начинается депрессия, потому что нету человека, который дарил тебе, к сожалению, я вынужден это сказать, дарил эти детские воспоминания, это детские ощущения. Кстати, заодно, раз мы об этом заговорили, знаешь, на чем построены либидо, кто кому нравится? Нет. Почему тебе вот один парень нравится, а другой? Если он цепляет что-то из детства, он твой. Включай запах. Нет. Если он тебе не вызывает никаких... Ну, я тебе пример простой приведу. Представь себе, что у тебя отец, который вообще с вами не жил. Он развелся, когда ты была маленькая. Ты его любила, он приходил иногда, навещал, на день рождения звонил, иногда подарки приносил. И у тебя к мужчинам может быть такое отношение, что я люблю мужчин. Ну, чтобы они как-то вот, они есть, но как-то вот не совсем рядом. Понимаешь, да? Я же не жила никогда. И тут ты встречаешь парня, который тебе вообще ни на шаг не отходит. Который 24 часа в сутки хочет быть с тобой. Он тебе, во-первых, чужой, во-вторых, ты от него просто устаешь. Он не твой. А тебе нужен такой чувак, который пусть даже живет в другом городе. А вы будете перезваниваться, а на выходные будете встречаться. Вот это тебе ближе, потому что ты с этим выросла. Понимаешь, да? Нет, я понимаю. А почему женщина стерва нравится, знаешь? Привет, мама. Мама строила меня в детстве, понимаешь? Я просто обожаю, чтобы поорали, чтобы на место поставили. А от обратного разве не идет никогда? Вот, допустим, это как? Наоборот. Ну, если мама строила, была такая вот, ну, вот стервозной, да, ну, женщиной, то вот переклинивает как? И все, и наоборот. Анечка, я хочу таких... где ты? Именно, конечно, ты хочешь противоположного, конечно.
Но ноги тебя несут в другом направлении. Слушай меня, я сейчас спрошу, какие тебе парни нравятся. Ты сейчас такой светлый образ опишешь, нет, что у меня слезы навернутся. Нет. Головой ты можешь хотеть правильного, да? Слушай, я могу головой сказать, что мне нравятся милые, добрые, внимательные женщины, которые будут любить меня, которые будут ухаживать за мной. Но в реальной жизни я не думаю, что я этого хочу. У нас есть звонок сети зрителя. Да, добрый вечер. Добрый вечер, Екатерина. Дело в том, что я уже довольно давно и довольно безуспешно работаю в не совсем устраивающей меня фирме. Даже не совсем фирме. Ну, в общем, меня не устраивают условия, и мне кажется, что мой начальник достаточно неадекватно порой реагирует на некоторые рабочие моменты. Но уйти мне, я так и не могу. Почему? Не получается. Ну, потому что меня устраивает только моя зарплата, а все остальное, к сожалению, нет. А в чем вопрос? Как-то так. Вот у меня вопрос. А как можно противостоять агрессору, моему начальнику, если... И при этом не потерять работу? Тогда, если вы этот вопрос задаете, мне нужен конкретный пример выражения агрессии и вашей реакции. Мы его разберем и поймем, как можно противостоять. Конкретный пример. Сейчас я выберу. Ну, в принципе, очень бурно реагирует почти на любое недобросовестное отношение к работе. Бурно реагирует — это как? Ну, это вот крик. Я думаю, что он даже кричит не столько на меня, сколько на саму ситуацию, которая происходит. И у него прям вот такое начинается... Раш, он входит в раш, когда он начинает кричать. Угу. И это испытываю не только я, но достаточно много таких. А что вам кричит? Что он кричит, но это зависит от ситуации. Он не повторяется? Вот... У него богатая лексика? Нет. Хорошо. А, нет, ну, конечно, иногда он повторяется. Я думаю, что столько слов не знает никто, чтобы никогда в таких ситуациях не повторяться. Ну, он матом ругается, он орет матом. Как он кричит? Нет, вот матом, кстати, он очень литературно выражается. А вас что обижает? А... Громкость или содержание? Что он именно кричит или... Громкость, то, знаете, громкость. А вы ему сказали об этом? Не, не могу. Как не можете? У вас что такое происходит в этот момент? У вас паралич речи наступает, что? Что не могу. Ну, вы же понимаете, что вы можете на самом деле сказать, просто вы не говорите по какой-то причине. Ну, я боюсь, что он еще больше разозлится. И что вы тогда будете делать? Меня, может быть, уволят в такой ситуации. И вы этого боитесь? Не совсем устраивает, да. Вот, это ключевое слово. Более чем. Да, это ключевое слово всех жертв. Это главная причина, почему человек вообще жертва. Потому что он вообще чего-то боится. А не жертва, тот, кто не боится. А как же нам не бояться в таких ситуациях? Особенно, когда человек стоит выше нас. Не на одну голову. Тут знаете, какое дело, если вы в себе уверены, что вы найдете себе работу, вы же эту работу себе нашли. Ну, это была счастливая и достаточно нелепая случайность. То есть, в принципе, вы недостойны этой работы? Нет, как раз таки это и вполне, а вот какой-нибудь... Стоп, Катя, секундочку. Получше. Это и вы достойны вполне. Значит, вы можете такую работу себе найти. Похоже. Вы говорите, этой работы я достойна. Значит, вы такую работу себе найти можете. А, ну, в принципе, я понимаю, да. Ну, и в чем проблема? Знаете, с вами как настоящим психологом хочется разговаривать дальше, конечно, наверное, я боюсь перемен и так далее. Ну, конечно, что... если мы сейчас копнем, понятно, что одно цепляет другое, но в основе страх, но это еще не все. Более сложная материя. Зрителям тоже это будет интересно. Сейчас мы немножко на поверхности, да? Ну, мы как бы, Катя, попали, загнали в тупик. Катя, ну ты, значит, можешь, ты достойна этой работы? Достойна. Ну так пошли его, найди себе такую же работу, тем более ты можешь ее найти. Не, фишка знаете в чем, Катя? Так. К любви, к страданиям. Вам, вот я сейчас скажу, что мне нравится, вы скажете, Михаил, вы, наверное, сами нездоровый. Кому же такое понравится? Нравится в извращенном смысле, в невротическом, нравится. Что вы живете, у вас есть подруги, родственники, говорите, слушай, мне на работе этот мой шеф, да, вообще дебил полный. Еще он враж, он псих такой, он начинает орать, он сам себя еще заводит, да, Катя? Да. И вы себя чувствуете такой, знаете, жертвой такой. И не то, что вы упиваетесь, да, но есть человек, который вас обижает. Есть человек, из-за которого вы страдаете, из-за которого вы переживаете. Он вам для этого и нужен. Поэтому вы сколько с ним работаете? Я сказала, 2 года. 2 года. А представьте, такого парня у вас убрать, что же вы делать-то будете, Кать? Где вы найдете еще такого, чтобы он на вас орал? Так что, конечно, если вы считаете, что вы достойны такой работы, то вы точно не боитесь ее потерять. Знаете, элементарная логика включена. А если вы 2 года сидите и слушаете, как на вас орут, значит, в невротическом смысле вас это устраивает. В невротическом. Вот в таком рациональном нет,
А вот внутреннее вот это состояние, наверное, папа у вас был шумный. Кто-то вас обижал в детстве. Может, мама строила. Есть люди, я сам, это очень редко попадается, я сам видел, когда человек смотрит тебе в глаза и говорит, не надо так со мной разговаривать. И любой начальник тут же сдувается на глазах и говорит тихим шепотом. А знаешь почему? Потому что все агрессоры, они все жертвы. Для меня это своеобразное тоже проявление. Ты знаешь, вот ты представь себе ситуацию, когда человек, ну просто вот, просто бандит натуральный, да, вот может любого пройти на улице и зарезать, да, и мы говорим, он никого не боится. Да он боится, начальника своего боится. Он боится, как, знаешь, при Сталине, журнал «Большой город», замечательный номер последний, посвящен воспоминаниям людей, которым лет 90. И один человек, пожилой, воспитывал, такую ситуацию описывает, как его отец работал во время войны на каком-то заводе, а вода была в колонках на улице. И для завода нужно было там, срочно радары делали для самолетов, там тонну воды. И он выходит на улицу, а там стоит толпа, которая в колонку за водой, да, с ведрами. И он говорит, а мне для завода нужно. А ему из толпы говорит, а Сталин сказал, что главное сейчас человек, а не ваш завод. На что он сказал, да вы себе Сталина задницу засуньте. И дальше наступила гробовая засуньте. И дальше наступила гробовая тишина. Все потеряли дар речи. Он набрал воду, вернулся домой и сказал жене, чтобы она приготовила ему корзину с бельем, потому что за ним сейчас придут. За ним никто не пришел. А знаешь почему? Потому что ни один из этой толпы, ему в голову не пришло, как он сейчас придет в органы и скажет эту фразу. Он страх животный, что если он сам сейчас скажет, что какой-то человек сказал, то спросит, а что он сказал? Ему придется говорить в НКВД, что он сказал, засуньте Сталина в задницу. Люди, которые ничего не боятся, которые могли ему просто морду набить на улице, испугались, вот как животные простые, что им придется эту фразу вообще кому-то говорить. Столица FM.